Пошли. И ты просто так уйдешь? Ты что, трус? Какой пример ты вообще подаешь подрастающему поколению мне? Ты бежишь от проблем, а их надо решать. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Сочиняй, удивляй, удивляйся, люби. Без сомнений встречай повороты судьбы. Смысл жизни ищи и в сомнениях любых. Помни, что ты сильнее, сильнее, сильнее. Люби, выбирай только сердцем своим и раскрашивай счастьем своим каждый миг. Безбоязненно против течения плыви. Пробуй новое, светлое, помни, что здесь все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Никогда не сдавайся, забудь о ничем. И для этого есть сотни тысяч причин. Полыхай и искри, словно звезды в ночи. Обязательно птицу мечту распишись, получи. Доверяй только чувствам своим. Оставайся собой, а не кем-то другим. Если просят о помощи, то помоги. Если силы кончаются, помни, что здесь все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Я надеюсь, что все меня слышат, и очень прошу, чтобы вы мне написали, как меня слышно. Замечательно. Приветствую всех, кто пришел на эту встречу. Очень рада всех вас видеть. Хотелось бы воочию, но что поделаешь, не получилось. Итак, сегодняшняя наша с вами тема – разговор о том, чем мы можем помочь своему здоровью, используя продукты Greenway. То, что я включила вот перед началом конференции, с моей точки зрения, действительно очень соответствует нашей сегодняшней теме, поскольку спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Это такая, может быть, не очень жизнеутверждающая фраза, но при этом это действительно так, поскольку все зависит только от нас самих. Как мы относимся к себе, как мы относимся к своему здоровью, как мы относимся к тому, что дается нам от природы, и чем мы помогаем себе поддерживать это данное нам от природы богатство. И, естественно, что в течение жизни каждый из нас набирает какие-то определенные богатства в виде тех или иных состояний. Но наш организм удивителен тем, что он может абсолютно из любых ситуаций находить выход. В природе так устроено, что для того, чтобы мы с вами смогли жить радостно, успешно, эффективно, активно, придумано абсолютно все. Единственное, что нужно взять это. Ну и в первую очередь, конечно, это наше с вами питание, это наше отношение к этому питанию. Но сегодня глубоко в проблемы и правила питания мы с вами не будем углубляться, поскольку это тема, которая требует очень длительного обсуждения, и для нее нужно выделять отдельную такую встречу, а может быть даже и не одну. Однако никто со мной, я думаю, не будет спорить, что...
питание, которое было у наших бабушек, и питание наше с вами, оно отличается. А то, как будут питаться наши дети и внуки, также будет отличаться от того, что сейчас есть в наших продуктах питания. И это связано с очень большим количеством разнообразных факторов. Здесь есть и природные какие-то причины, обеднение почв, уменьшение выращиваемых, да, продуктов, генная инженерия, которая используется, другие посевные материалы. Здесь же очень важно и то, что развивается производство, которое способно уже иным образом обрабатывать продукты. Здесь же и наша с вами постоянная спешка, когда мы стараемся как можно быстрее приготовить и как можно меньше времени потратить на то, чтобы правильно приготовить продукты. Но в любом случае все это приводит к тому, что у нас есть определенные дефициты в нашем питании. И эти дефициты касаются и таких больших глобальных составляющих, как белки, жиры и углеводы. И это же касается и тех продуктов, которые содержат большое количество микроэлементов, минералов, витаминов. И в данной ситуации вот такое высказывание, которое мне очень запало в душу, оно меня всегда побуждает помочь окружающей среде и помочь своему здоровью. А высказывание таково. И сейчас я тоже вас спрошу, скажите, пожалуйста, кто любит борщ? Напишите мне, пожалуйста. Любите ли вы борщ? Ну, хорошо, может быть, не борщ, щи. И вы знаете, вот кого бы я ни спрашивала, безусловно, мне отвечают, что да, мы любим борщ. И тогда встает вопрос, а какое количество минералов и витаминов, какое количество белков, в том мясе, из которого мы варим этот борщ. Да? Если мы задумаемся над этим, то наверняка ответим себе на очень большое количество вопросов такими грустными ответами. Однако борщ любят все, и мы его варим, и мы его едим, и мы с удовольствием это делаем. И я так полагаю, что это в традициях наших, и никто не хочет отказываться от этого. И поэтому зачем же нам, собственно говоря, лишать себя такого удовольствия? Поставить тарелку борща себе на стол, съесть его с удовольствием, куском вкусного хлеба, там, с чесночком, замечательно. Но при этом просто добавить к тому, что мы с вами съели, добавить те элементы, которые раньше, может быть, там 20, 30, 50 лет назад входили в эту свеклу, в эту морковку, в эту капусту, которую мы видим в этом борще, которые были в том мясе, которое выращивалось совершенно в других условиях. Мы добавляем это в виде двух, иногда одной, иногда двух капсул. И таким образом то состояние, которое было раньше у этого борща, мы возвращаем своему организму, но при этом не нарушаем тех приятных традиций, которые нам позволяют ощутить себя удовлетворенными. И это, правда, очень важно. Правда, люди не так часто об этом задумываются. И когда спрашиваю их об этом, они говорят, как-то мы и не думали, что надо бы чем-то добавлять, и так все вкусно. Вкусно, но значительно менее полезно. Именно поэтому меня вдохновляет то, что в Greenway есть те продукты, которые мы с вами можем использовать для того, чтобы нивелировать те ситуации, которые есть в окружающей среде, которые приводят к тому, что мы недополучаем определенных
макро- и микроэлементов и витаминов. И для этого, конечно, в первую очередь хочется сказать о том, что желательно было бы для своего здоровья не просто вот две, одну, три капсулы, да, каких-либо применять, а все-таки идти от основ восстановления своего здоровья. И вот сегодня я как раз хотела поговорить с вами о комплексном подходе к своему здоровью, о комплексном подходе к восстановительным программам для своего здоровья. И уверена, что каждый из вас точно знает, с чего же нужно начинать такие восстановительные программы. Как вы думаете, с чего? Вот правильно, с очищения. Именно так, именно с очищения и нужно начинать для того, чтобы правильно подготовить свой организм, создать все условия, какие только возможны, для того, чтобы наш организм начал правильно работать. И как вариант, есть вот у нас в нашем выборе, у нас есть разнообразные продукты, которые способствуют такому очищению. Каждый волен выбрать для себя эти программы. Возможно, это будет полная программа, которую вы видите сейчас на экране. Возможно, вы выберете 1-2 продукта. В любом случае, это будет очень полезно для вашего организма. И как вы видите, в нашем наборе есть совершенно разнообразные продукты. Это тоже крайне важно, поскольку все эти продукты дают нам возможность использовать их в течение дня, и это привычные для нас продукты, за исключением, возможно, только капсул, потому что не все привыкли есть капсулы. А пить киселек, пить вкусный напиток, либо его можно назвать соком, либо его можно назвать морсом, либо пить чай. К этому привыкли все, и это не доставляет никаких неприятностей, это действительно вписывается в ваш рацион и таким образом способствует действительно легкому использованию этих продуктов. Хочу начать с продуктов, которых здесь больше всего. Это напитки. Это одни из моих любимейших продуктов. Я их вполне позиционирую как жидкие БАДы, но большинству людей об этом не говорю, потому что сама тоже очень не люблю это слово БАД, биологически активная добавка. Так вот, то, что мы предлагаем, это не добавка, это биологически активные вещества, которые способны творить чудеса в нашем организме. И основой этих жидких вкусных напитков является тримарин-комплекс. Тримарин-комплекс, который обладает удивительными свойствами и очищения внутриклеточного пространства, и очищения пространства внутри тканей, то есть межклеточного пространства. И плюс к этому за счет аминокислот, входящих в состав молоко-лососевых рыб, обладают очень большим сродством с нашей ДНК. Таким образом, здесь происходит не только очищение, но еще идет уже прямо с самого первого использования начинается процесс восстановления. Восстановление, поскольку из тех строительных материалов, которые мы предоставляем нашему организму, он самостоятельно выберет, что ему нужно, и будет использовать. Настолько он умный, он способен к самовосстановлению. И здесь вы видите два напитка. Во-первых, это напиток детокс, который по вкусу это крыжовник и алоэ. И второй вы видите напиток, это напиток дрейн,
который работает на мочевыделительную систему. Почему же, собственно говоря, мы используем такой вот детокс? Это для в большей степени для дренажной функции, восстановления дренажной функции лимфатической системы, для очищения межклеточного пространства, но при этом мы еще подключаем сюда и напиток для мочевыделительной системы. Потому что очищение без запуска работы всех выделительных органов невозможно. И лимфатическая система, и мочевыделительная система, они очень важны для того, чтобы очистить наш организм. Вообще о лимфатической системе можно говорить много, долго и очень интересно, поскольку это основной коллектор выведения всех шлаков и токсинов из нашего организма. Это, вот как себе это представить, наши клетки находятся в специальном бассейне, в таком плавающем, да, это вот та самая лимфа, которая окружает все наши клетки. И именно из этой лимфы мы получаем питательные вещества в большом количестве, и туда же наши клетки выделяют те вещества, которые уже для клеток являются отработанными. Так вот, чем чище наше вот это вот пространство между клетками, тем более эффективно работает наш организм, тем легче ему противостоять любым невзгодам, которые приходят извне, и тем эффективнее будет процесс сохранения нашего здоровья. Мочевыделительная система – это основа для выделения и поддержания водно-солевого обмена и выделения ненужных токсических веществ и выделения лишних солей и лишних соединений с солями. Это тоже очень важно, потому что от этого зависит, каким образом будут работать наши сосуды, как будет работать наше сердце и каким образом будет, в каком состоянии будет наша опорно-двигательная система. А как вы знаете, мы с вами прямоходящие, и от состояния опорно-двигательной системы напрямую зависит, как информация от нашего головного компьютера будет эффективно доходить до всех органов и систем. Таким образом, всего лишь 2 стакана напитка в день, то есть 1 стакан детокса, который лучше пить в вечернее время, и 1 стакан напитка для мочевыделительной системы. Это 2 вкусных напитка, которые позволят нам уже решать очень большое количество проблем. Сюда же, в такую же жидкую форму, мы можем отнести и наш очищающий чай. Это чай номер 1, который дает возможность и восполнять необходимые водно-солевые балансы, да, и, соответственно, включает еще и дополнительные выделительные функции, в частности, желчевыделительной системы, бронхолегочной системы. И это тоже очень важно, такая поддержка. 2 компонента, которые вы видите, это Баофайбер и Экопам Клеринг, в настоящий момент пока они отсутствуют в нашем магазине, но я убеждена, что в ближайшее время они все-таки опять появятся в нашем в доступе для нас. И поэтому я все-таки немножко остановлюсь и на этом. Почему так важно, чтобы мы могли использовать Баофайбер? Потому что в нем клетчатка. А клетчатка – это удивительный вариант восстановления ферментативных процессов в желудочно-кишечном тракте. В частности, это и поджелудочная железа, и желчевыделительные пути, и состояние микрофлоры в нашем кишечнике. Это потрясающий сорбент, который сорбирует в кишечнике все токсические вещества, не повреждая кишечник, аккуратно выводя эти токсические вещества, усиливая перистальтику, то есть движение по кишечнику того, что мы с вами съедаем. То есть это нормализация и пищеварения, и ферментативных процессов, которые
возникают в результате этого пищеварительного процесса. Это очень важный продукт, и клетчатка еще также способствует еще более серьезному очищению лимфатической системы, усиливая лимфодренажную функцию. Что касается экопама Клеринг, то это, как и все экопамы, основой этого продукта является колострум или высокоочищенные фракции коровьего молозива, которые имеют разнообразные факторы регулирования наших процессов. Поэтому в отсутствии в настоящий момент экопама Клеринг я вполне рекомендую вам использовать экопам Тайм, поскольку или экопам Энерджи, в зависимости от того, как вы себя ощущаете, поскольку и тот, и другой содержит эффективное количество колострума, и в любом случае тот, и другой тоже опосредованно воздействует на процессы обмена веществ в нашем организме. Один за счет восстановления иммунной защиты и воздействия на сосудистую стенку, а другой за счет своей работы с поджелудочной железой и тонизированием нашего организма, то есть ускорением тех процессов, которые происходят в нашем организме. А это тоже крайне важно, чтобы у наших клеток было достаточное количество энергии для того, чтобы правильно перерабатывать то, что к ним поступает, и выбрасывать это в окружающую среду. Да. Вместо экопама Клеринг можно, пока его нет, можно использовать либо экопам Тайм, либо экопам Энерджи. Итак, мы с вами начали заботиться о своем организме. Мы приводим его в порядок. После чего мы с вами можем заботиться и о следующих очень важных наших с вами функциях. И следующие программы, это вот программа защиты сердца, это действительно крайне важно, поскольку основным мотором, который двигает все в нашем организме, является основой нашей жизнедеятельности, является сердце и сердечно-сосудистая система. И здесь, как вы видите, мы с вами видим те продукты, которые способствуют снятию психоэмоциональной нагрузки, улучшению сосудистого тонуса, питание сердечной мышцы, предупреждает повреждение сосудов, снижает риск возникновения инсульта, способствует снижению холестерина, способствует тому, чтобы было достаточное количество тех веществ, которые переносят железо, то есть предупреждает и способствует восстановлению, если есть такие нарушения при анемии. Опосредованно еще укрепляет костную и хрящевую ткань за счет содержащихся минералов в экопаме Life. Также могу вам сказать, что почему здесь находится, если вы обратили внимание, здесь находится Slim напиток. Почему? Почему именно Slim? Поскольку накопление жира, особенно висцерального жира, который окутывает внутренние органы, во-первых. Во-вторых, этот же жир способствует более сложному процессу обработки жировой ткани и нарушению холестеринового обмена. И таким образом провоцирует выработку холестеринов низкой плотности, нарушение триглицеридного обмена. Поэтому жиросжигатель Slim здесь очень обоснован, в связи с тем, что мы помогаем клеткам постепенно освобождаться от этого лишнего запаса жира, убирается причина для развития рома, идет постепенное снижение веса,
что крайне положительно влияет на состояние нашей сердечно-сосудистой системы. Следующая из задач – это поддержание иммунной системы. И если вы делали уже себе или своим близким, или своим знакомым тесты, то вы знаете, что наш организм отвечает иммунными разнообразными реакциями на нагрузку в виде оксидативного стресса, то есть на повышенную выработку свободных радикалов в организме и на невозможность организма переработать эти свободные радикалы. Именно свободные радикалы повреждают сосудистую стенку, где в первую очередь находятся регуляторы иммунного ответа. Именно эти свободные радикалы являются провокаторами опухолевых процессов, с которыми не справляется также наша иммунная система. Эти же свободные радикалы в большом количестве дают нам тяжелую интоксикацию, и каждый из вас ее наверняка хоть раз в жизни почувствовал на себе, потому что это состояние, когда у вас высокая температура, вы заболели каким-нибудь ОРЗ или гриппом, и вот это вот ощущение ломоты в теле, когда у вас болят суставы, когда у вас просто вот не лечь, даже прикосновение простыни, и то болезненно, это и есть тот интоксикационный синдром, когда вырабатывается огромное количество этих свободных радикалов, с которыми не в состоянии быстро справиться наш организм. Поэтому особенно сейчас в преддверии такого вот холодной зимы, а где-то она будет не холодной, это еще более опасно в плане вирусных заболеваний, вот эта иммунная программа, она крайне важна. Как сделать выбор между тем, с чего начинать, либо с сердечной программы, либо с иммунной программы? Вот вы знаете, я бы сказала таким образом, если это человек пожилой, если он не ведет активный образ жизни, но имеет большие проблемы с сердечно-сосудистой системой, или если пожилой человек, но у него есть уже такие проблемы с сердечно-сосудистой системой, то, конечно, я бы все-таки обязательно начала с поддержания сердечно-сосудистой системы. Такие люди, у которых есть эти проблемы, они не так часто и не так активно встречаются с вирусами, поскольку вынуждены в большей степени находиться чаще всего либо дома, либо уже в таком некотором пространстве замкнутом. Но если люди очень активны, и это касается молодых людей, то в первую очередь я бы, конечно, обратила внимание на иммунную программу. Вы спрашиваете, оксидативный стресс в каком айгене? В первом айгене. Айген Боди. Называется этот ген СОД. Супероксид дисмутаза. Продолжаю разговор про иммунную программу. И здесь я опять же хочу сказать, что вы можете выбирать из той программы, которая здесь представлена. Нет такого обязательного подхода, что вот все, что здесь выставлено, вы обязательно должны прямо вот в одной программе все сразу же принимать. По-разному может подходить, нужно подходить ко всему вполне адекватно. Но иметь у себя это в наличии, чтобы иметь возможность помогать своему организму, безусловно, нужно. И иммунная программа, которая здесь представлена, она направлена, как вы видите, на очень разные проблемы. Это и острые хронические заболевания дыхательных путей, поэтому здесь есть иммунный напиток, здесь есть чай для дыхательной системы номер 8, великолепный, вкуснющий. Если кто-то еще не пробовал, прежде чем попробовать заварить, вы сначала
вдышитесь в этот чай. Этот запах малины, он просто прямо вот, вы знаете, у меня такое ощущение, что этот запах меня запахом уже начинает восстанавливать. Это удивительно вкусный чай, и при заваривании этот вкус не пропадает. Это чай, который с удовольствием пьют и взрослые, и дети. И он очень хорош как профилактика и очень активен и эффективен как лечение. Проверено, аллергических проявлений даже очень выраженных аллергиков нет. Наоборот, улучшается состояние, снимаются аллергические проявления в виде заложенности носа. И поэтому это действительно очень хороший и нужный продукт. Но вернусь немножечко к антиоксидантному вот этому стрессу и к антиоксидантной защите. Для того, чтобы уменьшить вот это вот воздействие свободных радикалов, этих токсичных веществ на наш организм, нам нужно их связать, помочь организму связывать их и вывести их. Для этого у нас есть отдельный специальный чай антиоксидантный. Вы его видите, он желтенький, номер 7 этот чай, изумительно вкусный, на основе курильского чая и зеленого чая. Он обладает очень мощной антиоксидантной защитой. Я хочу отдельно проговорить, что сейчас время темное, время такого темного времени года, и сейчас депрессивные состояния, которые могут провоцироваться и повышением, и заболеваниями, и ухудшением самочувствия, и просто вот этим темнотой за окнами, и большей нагрузкой, которая на вас ложится, и неправильным питанием, которое мы осенью и зимой себе позволяем, все это вместе взятое несет, ну, все причины дает для того, чтобы такие вот более депрессивные состояния были. Не хочется делать, не хочется просыпаться, какая-то слабость, синдром хронической усталости, короче говоря, вот то, что говорят доктора. Но при использовании этого чая уже на второй-третий день появляется удивительная легкость. Куда только девается та депрессия. Работоспособность увеличивается, получаешь просто какое-то такое вот удовольствие и не замечаешь эту серость и темноту за окнами, и вроде как и света больше в окружении тебя. Поэтому очень советую всегда иметь этот чай дома, учитывая то, что он еще и вкусный, и очень красивый. Приглашайте к себе домой своих друзей и поите их этим чаем. Заваривайте этот чайник в прозрачном чайнике, потому что это действительно такое, знаете, эстетическое удовольствие смотреть на наши чаи, когда они завариваются, и видеть вот этот вот удивительный цвет. Очень красиво и очень вкусно, и наши чаи можно пить и с печенюшками, и с приготовленным вами пирогом, и с какими-нибудь другими вкусностями, с сушкой, например, можно. Нет вопросов, если вам это по вашему формуле питания подходит, бога ради, пожалуйста, пейте, получайте удовольствие. Еще один чай – это чай для мочевыделительной системы, и это тоже очень правильно, это 10-й чай «Спринг». Поскольку я уже объясняла, что выделительная функция должна существовать и выделять эти токсические вещества и связанные эти свободные радикалы, активно может наша мочевыделительная система. Для того, чтобы поддержать иммунитет, у нас с вами, как я уже сказала, есть и иммунный напиток, и этими же свойствами, но немножко из-за других качеств, а именно это тонус сосудистой стенки, это поддержание, это хорошее содержание витамина С, это укрепление сосудистой стенки, что дает большую защиту от вирусов. Поскольку вирусы, когда проникают к нам в организм, они в первую очередь делают из наших с вами сосудов это решето с большими дырками. То есть они
меняет структуру наших сосудов, и проницаемость сосудов становится значительно больше. Таким образом, им легче попасть в окружающее пространство, попасть в органы и системы, и напакостить нам как можно больше. Так вот, напиток Тонус, он очень вкусный, правда, кислый, некоторые говорят, ну, ничего, возьмите небольшую, там, пол ложечки меда и рассасывая мед, выпейте этот напиток. Это даст вашим сосудам огромное преимущество со всех точек зрения, это и улучшит ваши физические возможности, вам легче будет в течение дня, это улучшит и состояние самих сосудов. Это поможет вашему сердцу справляться с тяжелой нагрузкой, поскольку даже та одежда, которую мы носим на себе, то есть добавляя лишние килограммы на себя, и то это лишняя нагрузка на сердце, которое работает все 24 часа и все 360 дней в году. И как вы видите, здесь ИКПАМ Energy, о нем я уже говорила, и в первую очередь для иммунной системы безусловно важно наличие колострума и тех факторов, регуляторов, которые влияют на правильный иммунный ответ в нашем организме. Но плюсом это и тот же аскорбилпальмитат, который укрепляет сосудистую стенку из стенки наших клеток. Это и те тонизирующие вещества, которые входят в эту биологически активную добавку. Итак, я думаю, что мы с вами обсудили уже три очень важных параметра, по которому хочу остановиться на том, что ждет нас впереди. Это немножечко, скажем так, предвосхищая то, что будет происходить, но с другой стороны, лучше предупредить, чем потом биться с этим. Сброс веса. Ну, впереди у нас с вами Новый год. Давайте будем позиционировать это таким образом. Если мы хотим на новогоднем вечере надеть новое платье, новый костюм и выглядеть потрясающе, удивить самих себя, удивить окружающих, войти в Новый год в новом образе, для того, чтобы Новый год принес еще больше позитивного в вашу жизнь, то вполне это необходимо. Это во-первых. Во-вторых, осенью мы с вами меняем питание. Мы значительно меньше уже едим овощей, больше едим мясных продуктов, больше жиров едим. Это связано с тем, что именно жиры обладают очень мощной энергетической функцией в нашем организме, и они дают больше энергии, и клеткам от этого становится проще несколько работать. Но у каждой медали есть две стороны, и вторая медаль за осенний-зимний период, как правило, большое количество людей набирают лишний вес. При этом еще раз хочу повторить, что по-настоящему чистого белка, по-настоящему чистого мяса в настоящий момент у нас очень мало где можно найти. И я, к сожалению, могу констатировать, что большинство людей покупают мясо просто в обычных магазинах, оно либо замороженное, может быть, там написано, что оно и не замороженное, но это тоже не есть факт, мы это проверить можем с большим трудом. И очень небольшое количество людей покупает мясо на рынках, и оно действительно то мясо, которое содержит хороший, правильный белок, которое не содержит неправильных жиров. Мы не можем быть уверены в большинстве случаев, что эту курицу, этих свиней, эту говядину не кормили разнообразными специфическими добавками для того, чтобы просто повысить их мышечную массу.
единственная из тех продуктов, которые у нас есть в обычных магазинах и где мы можем более или менее быть уверены в качестве, это индейка. Но здесь заслуга не магазина, а заслуга индейки, поскольку сама индейка, к сожалению или к нашему счастью, она не может питаться никакими химическими добавками, в частности антибиотиками и прочими анаболиками, потому что она просто умирает. Поэтому поблагодарим индейку за это и в большей степени будем к ней позитивно относиться как к продукту, который мы можем использовать в своей еде. Однако правильнее и действительно целесообразнее было бы действительно изменить несколько свое отношение к потреблению белка и стать его и начать его потреблять из нашего замечательного коктейля Avital. Кстати, коктейль наш, он хотя и содержит большое количество худи и гордони, но я не стала бы его позиционировать только как продукт, который необходим для снижения веса. Это действительно очень важный функциональный пищевой продукт, который позволяет нам очень глобально менять состояние нашего организма, давая ему очень большие плюсы, предоставляя ему возможности использования очень важных и нужных ингредиентов. Это и тот белок, который туда входит, безусловно. Это и клетчатка, которая там есть. Это тоже безусловно. Но самое главное, что все это и вся эта клетчатка, она из абсолютно натуральных компонентов. Она из овощной смеси. Обращайте внимание на то, что там, о чем там пишется. И из фруктовой смеси. И это та возможность получить действительно чистый и правильный продукт буквально в одной ложке. Но самое главное, что туда еще входит огромное количество тех микроэлементов, которые нам, если собирать в разных продуктах, то мы с вами такого количества просто не съедим. И мы не сможем порой найти тех продуктов, из которых можно действительно в большом количестве получить эти ингредиенты. Поэтому очень советую сейчас особенно, декабрь, январь, февраль и обязательно март, когда будет переход из зимы в весну, вот эти 4 месяца обязательно используйте такую возможность и один прием пищи заменяйте обязательно коктейлем Avital. Кстати, люди, которые его используют и которые сравнивают его с другими коктейлями, в плюс ему ставят еще то, что он замечательно загустевает, и поэтому есть ощущение, что ты действительно ел, а не просто что-то выпил. Это очень важно, потому что мы же привыкли к тому, что мы что-то такое жуем, что-то нам нужно такое ощутить, эту пищу. Тогда мы поняли, что мы с вами едим. Во время химиотерапии можно использовать абсолютно любые продукты, которые я перечисляла. Единственное, что я бы, может быть, не стала использовать... все зависит от того, как химиотерапия по поводу чего она. Я бы не стала использовать эти продукты именно в день, когда идет химиотерапия. Я бы прекращала прием за сутки и начинала через сутки. Вот и все. А все остальное время вы можете без каких-либо волнений это использовать абсолютно любые из тех продуктов, которые я перечисляла. При этом состояние человека, который получает химиотерапию, будет значительно лучше, потому что мы будем убирать те негативные последствия, которые дает химиотерапия. Особенно важно, вот просто вообще нота бена, вот прям вот с большим количеством восклицательных знаков, это антиоксидантный чай, конечно, и Экопам Лайф. Это просто вот необходимейшее.
Вот. Итак, я все-таки вернусь к коктейлям и хочу, чтобы вы еще раз вспомнили, что коктейли у нас еще и есть возможность решить для себя, когда я хочу пить этот коктейль, но в том плане, когда я хочу заменить еду. Есть люди, которые не завтракают, но выпить коктейль вполне реально. Придя ли на работу или перед выходом. Это очень быстро все делается, и он правда вкусный. И там можно выбрать для себя вкус. Либо это будет вкус кофе, либо это будет вкус шоколада. Опять же, шоколад – это такое вот состояние, когда мы повышаем себе настроение, это воздействие на наши центры удовольствия, и это способствует выработке эндорфинов. Поэтому в данной ситуации вы еще и настроение себе поднимете. Но есть люди, которые наоборот хотели бы не переедать вечером. Тогда вы можете выбрать для себя также либо шоколадный, либо ванильный коктейль, и это будет очень даже хорошее замещение вечерней еды. У меня ребята разводят этот коктейль в кефире. Ну вот, знаете, это тоже такая традиция, что ли, вечером выпить стакан кефира. Вот стакан кефира, но с коктейлем это вообще великолепно получается. Что касается Баофайбера, я уже говорила. Его действия и, естественно, очищая межклеточные пространства, включая правильную работу поджелудочной железы, способствуя выведению завалов, так сказать, в кишечнике, нормализуя функцию кишечника и эвакуаторную, ну то есть эвакуацию по кишечнику, нормализуя стул, выпивая достаточное количество воды, потому что клетчатка всегда просит большое количество воды, мы таким образом улучшаем и способствуем сбросу веса, но при этом активно воздействуем на питание тканей, на водно-солевой обмен, на липидный обмен. Поэтому это очень такой важный компонент для программ сброса веса. Про слим я уже говорила, и про дрейн я тоже говорила. Могу вам сказать, что удивительно вкусные напитки. Вот и слим, и дрейн, это вообще прям вот очень я люблю их вкус. И каждый раз продолжаю удивляться, ну как же так удалось человеку, разработчику этих напитков, сделать таким образом, чтобы я точно знала, что вот здесь вот я пью напиток, который мне из брусники, а вот здесь я точно пью напиток из красной рябины. Ну, удивительные вещи. Еще раз браво создателю этих напитков. Ну и, безусловно, существует и отдельная мужская, и почечная программа, и женская программа. Но я хотела бы вам сказать, что, конечно, все-таки те программы, о которых мы с вами сейчас поговорили, это наиболее важные программы в настоящий момент. И еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что правильнее для своего организма выбирать именно комплексы. Однако каждый человек у нас стремится на своем здоровье, ну, это я уж очень вообще сказала, наверное, не каждый человек, но очень многие люди стремятся все-таки сэкономить на своем здоровье. И начинают спрашивать, скажите, пожалуйста, а что же все-таки мне выбрать? Как вы считаете, вам задают такие вопросы? Что же мне выбрать? Жду ваших ответов. Или все уже у вас комплексно используют наши продукты? Задают. И в данной ситуации, вот с моей точки зрения, по моим наблюдениям, легче всего людям начинать именно с того, что может абсолютно вписаться в их привычную схему питания. Что же является наиболее привычным
для схемы питания наших с вами потребителей. Что чаще всего люди воспринимают как, ну, вот это вот я попробую. Чаи. Согласна с вами, потому что это действительно культура, которая для нас абсолютно понятна. Для всех понятно. Мы чаи пьем в постоянном режиме. А то, что чаи эти наши удивительно вкусны за счет того, что основой их являются такие суперкачественные сорта крупнолистового чая, они действительно, уж если черный чай, то черный, если зеленый, так зеленый чай. Если это каркаде, так насыщенный вкус каркаде мы получаем. Поэтому, конечно, в данной ситуации проще именно с чаями. Каким же образом нам развернуть вот все-таки людей от только чаев к комплексному подходу? Дорого стоят чаи? Вы знаете, я бы посоветовала им сходить, я не знаю, из какого дом, из какого вы города, но, по-моему, везде есть чайные дома, чайные лавки. И пускай люди, которые говорят, что эти чаи стоят дорого, пускай они сходят в чайную лавку и посмотрят, сколько стоит чай. Я могу вам сказать, что даже если мы, допустим, 385 рублей, да, даже вот чаи в пакетиках для начала возьмем, хотя я считаю, что наиболее вкусными все-таки и полновесно передающими все вкусовые ощущения все-таки являются чаи, которые завариваемы в чайнике. Но и в пакетах они, да, именно так, один пакетик меньше 10 рублей. 300-400 рублей стоит 100 пакетиков пыли от чая, а не чая, в котором, в основе которого чаи сортовые, и плюс они купажированы еще таким количеством бесценных дополнительных компонентов. А там просто пыль, это даже не чай, его чаем назвать невозможно, он ничем не пахнет. Он просто, его в обязательном порядке, в него добавляют сахар для того, чтобы выпить такой немножко подкрашенную сладкую воду. Поэтому я просто, да, краска, вот абсолютно с вами солидарна. И эту пыль еще и подкрашивают, чтобы она действительно создавала цвет. Потому что, вот смотрите, мы как делаем этот чай. Мы его кладем, и он постепенно наращивает свою цветовую гамму, наш пакетик. А когда мы кладем этот пакетик, вот который вот 300-400 рублей, 100 пакетиков, мы кладем туда этот пакетик, он тут же становится черным. Его некоторые ароматизируют, некоторые не ароматизируют, но если их ароматизируют, то ароматизируют их, как правило, синтетическими ароматизаторами, которые очень увеличивают ту самую, тот самый антиоксидантный стресс и создают нашему организму дополнительные сложности. Ну, вот что я говорю таким людям? Вот если вы правда любите чай, чаепитие, то тогда покупайте эти чаи, пусть вы будете использовать наши чаи. Вы будете их использовать, может быть, и не так часто поначалу, но когда вы поймете, насколько они вкусны, вам не будет жалко этих 10 рублей в день для того, чтобы выпить эту вкуснющую чашечку чая. А для того, чтобы дать людям ощутить, какие это чаи, нужно просто-напросто устроить чайную церемонию. При этом заварить тот самый, вот показать, как завариваются наши чаи,
бросить тот пакетик из 100 пакетиков, которые вот за 300-400 рублей, бросить его в чай, в стакан, тоже в прозрачную емкость, и показать, как цвет меняется здесь, как цвет меняется при заваривании наших чаев, и дать им понюхать и попробовать. Рассказать об особенностях, о том, что дегустаторы специально подбирают эти компоненты, которыми купажируются эти чаи, для того, не только для того, чтобы они были действенны с точки зрения нашего здоровья, но еще и для того, чтобы они имели определенный аромат, чтобы они создавали определенную психоэмоциональную настройку человека, потому что когда мы пьем вкусный чай, наши эмоции отвечают на это, и таким образом мы еще больше оздоравливаемся. Все правильно. Наши чаи, они ферментированные. Ферментированы, то есть в них активированы те компоненты в клетках, которые важны для нашего организма, которые еще больше действуют на наше с вами здоровье. Ну, конечно, бывает важно правильно заваривать чаи. Вот, видите, в Екатеринбурге на складе проводятся такие чайные церемонии. Я думаю, что каждому из вас действительно стоит начать проводить такие чайные церемонии. Даже если это небольшой город, то начните, я не знаю, есть ли у вас офис, начните просто с домашних встреч. Пускай эти чайные церемонии станут у вас основой вашего общения, после которого уже можно рассказывать. Значит, делайте эти чайные церемонии в домашних условиях. Наверняка есть люди, которые любят гостей принимать. Если вы им подарите пачку чая за то, что они эту чайную церемонию будут проводить у вас там в течение месяца, я думаю, что это будет правильно, и это даст хорошие результаты. А этот человек с удовольствием пригласит к себе своих друзей, и это даст вам возможность поговорить об этих чаях, рассказать о них, но уже не голословно, а пробуя эти чаи, оценивая, насколько они вкусные, насколько они отличаются от обычных тех чаев, на которые людям не жалко денег, но зато они совершенно не помогают себе, даже наоборот, активно вредят себе. Ну а в любом случае говорить нужно изначально о комплексном подходе, о программном подходе к своему состоянию здоровья и стараться объяснить людям, для чего это нужно. В основе таких объяснений, конечно, очень хорошо, если лежат наши тесты генетические. Тогда там проще объяснять. Но и просто выясняя причину того, что происходит у человека, каким образом он себя чувствует, и чтобы, насколько бы он хотел изменить свое состояние здоровья, можно предлагать ему, как я уже говорила, какие-то сначала комплексы из там чаев и напитков, в другом случае из чаев и коктейлей. Всегда можно варьировать. Наши продукты, очень мне нравится это, они все совместимы друг с другом. И это большой-большой плюс, потому что мы можем целую вот такую пищевую программу на много месяцев вперед человеку просчитать, посмотреть, каким образом он может вот, в декабре, в январе, в феврале, в марте, что ему там будет необходимо для того, чтобы его здоровье было полноценным. И подобрать даже так же и разнообразные чаи и напитки. Пусть начинает с того, что ему привычно. А в дальнейшем, почувствовав вот это вот состояние, потому что когда человек, который был в депрессии, на третий день прибежал ко мне с вопросом, что ты мне за чудо-чай вообще такой дала, немедленно вообще рассказывай мне про все остальное. Я говорю, откуда столько энергии? Так твой чай же, говорит, вот прям спать не могу, есть не могу, все хорошо. Хочу только бежать. Я говорю, куда бежать? Он говорит, вот уже на лыжах побегала, вот уже там побегала, это в Мурманске. Вот. Я говорю, ну хорошо.
спать-то все равно нужно. Да нет, и сплю, и ем, все хорошо, только, говорит, эмоций столько, сколько давно не испытывала. Поэтому вот наши чаи умеют приносить радость, наши БАДы умеют творить чудеса и поднимать гемоглобин. Наш коктейль настолько вкусный, что женщина вообще, которая сказала, что нет, она не будет заниматься вообще никакой продвижением, она уже пятый или шестой коктейль покупает, потому что, ну а как же, подружки одной, второй, третий, четвертый надо, они тоже хотят такой же вкусный коктейль и такой же полезный. Поэтому здесь все зависит от того, каким образом вы сами оцениваете наш продукт, каким образом вы рассказываете о нем и насколько вы не жадничаете и даете это пробовать. Вот. Можно принимать по несколько видов чаев. Да, конечно, пожалуйста. Вы же пьете чай черный, чай зеленый, вы же пьете его в течение дня, почему же нет? Конечно, можно. Можно выпить и чашечку утром чая спринт, и потом вечером чай стим, а в промежутках вы можете выпить любой другой чай, вы хотите, вы можете выпить чай банкет, великолепный совершенно чай. Кстати, впереди Новый год, и я так думаю, что чай банкет будет вообще звездой, потому как впереди банкеты, впереди праздники. И не стоит забывать, что люди в это время всегда готовят много еды, им хочется все попробовать, а не просто посмотреть на ту красоту, которую они наготовили. А чай-банкет позволяет, выпив чашечку чая, сесть и дальше поесть еще какой-нибудь вкусненький салатик, да и обойтись без разнообразных неприятностей в виде вздутия живота и всяких обострений хронических холециститов и прочих других заболеваний. Поэтому я вам очень рекомендую проводить эти встречи, рассказывать сначала о программах, а дальше уже идти от запросов и отношения к своему здоровью тех людей, с которыми вы разговариваете. Да, правильно. Сразу по два коктейля. Один на утро, а второй на вечер. Правильно. И такое тоже есть. Действительно. Согласна с вами. Итак, еще раз хочу сказать, что биологически активные вещества могут быть в разных вариантах. Есть в капсульном варианте, есть в жидком варианте, есть в виде растворимых напитков, есть в виде коктейлей. Все вы прекрасно знаете о том, что в ближайшее время у нас появятся еще дополнительно биологически активные вещества, их будет много, и они будут очень разноплановыми, и мы все этого очень ждем, и когда они появятся, мы, безусловно, сможем еще более прицельно, детально компоновать программы, создавая для людей разные комплексы в зависимости от их запросов. У нас с вами очень-очень-очень большая работа впереди, поскольку процент людей, которые умеют заботиться о своем здоровье, а не заботиться о своей болезни, к сожалению, еще очень велик. Поэтому я вам всем желаю самим научиться ценить свое здоровье, учить людей, окружающих вас, ценить свое здоровье и создавать большие-большие команды, в которых будут действительно здоровые, счастливые, богатые и очень радостные люди. Всего вам доброго. До свидания.
ничего в мире нет такого, что не подвластно было бы нам. Все зависит от нас самих, все зависит от нас.